поехали со мной. Вот, приехали. Проезжаем вот такое вот место. Какие сейчас вот красивое небо, вот с такими белыми облаками. Птички поют. Здесь вот такая местность. Цветочки. Фиолетовые. Вот. И вот такие вот мелкие бабочки. Куча всяких разных. В основном голубенькие. Вот такое вот цветущее место. Так, едем дальше. Вот, ехала и остановилась, потому что дальше по вот этой вот дороге я почему-то еще не научилась ездить. Вот такая вот красота. Я ехала на велосипеде, теперь велосипед везу. Сейчас дойду до... Здесь недалеко есть озеро. Ставок или озеро, я не знаю, как правильно сказать, Блюдце. Там всегда черепахи. Летом очень много. Сейчас я приду и покажу это озеро. Поют птички. Вот такая вот вокруг природа. Так, вот оно. Есть черепашки? Черепашки нет, но рыбы столько плавают. О, черепашки нет. Блин. Хотела черепашки снять. Вчера у черепашки были, сегодня нету. Ага, здорово. Ух ты, кто это так квакал? Это жаба уже не первый. Маленькие вон, сколько рыбы, посмотрите, мелкой. Ну и лягушки квакают. Странные квакушки. Ну ничего, в следующий раз будут черепашки. Опа, опять она. Где же она тут? Может, это не лягушка? Ого! Где ты тут квакаешь? Покажись. Ничего не видно. Господи. Прямо под ногами вроде. И не видно. Все. Какое вот мощное дерево. Вот такое вот высоты. Ну что, поедем дальше? Поехали. Вот сейчас проезжаем. Вот оттуда мы, там мы живем. Поехали туда. И оттуда приехали вот сюда. И сейчас едем дальше. Но хочу показать вот эти дома, которые совсем недавно у нас вот построили. Называется Царское Село. Ну так его люди называют. Да, сейчас приблизить, может быть. Вот так немного лучше. Вот такие вот дома недавно у нас появились.